Установление нормального рабочего дня явилось результатом многовековой борьбы между капиталистом и рабочим. Вот что пишет Карл Маркс о продолжительности рабочего дня английских рабочих. Закон 1833 года объявляет, что обычный рабочий день на фабрике должен начинаться в 5:30 утра и оканчиваться в 8:30 вечера. То есть рабочий день официально составляет 15 часов. А сколько рабочим в России приходилось работать в день до 1917 года? 11,5 часов. А после революции? 8 часов. Кто закрепил законодательно 8-часовой рабочий день, который рабочие установили явочным порядком после буржуазной февральской революции? Может быть, буржуазное временное правительство? Нет, большевики. После Октябрьской социалистической революции. Кажется, в учебнике даже про это что-то было. Так, Ленин и пломбированный вагон, Русская православная церковь в условиях революции, воззвание генерала Корнилова, а Плеханов предупреждал. А вот, первые декреты советской власти. Странно, декрет о 8-часовом рабочем дне один из первых, но о нем не упоминается. Так, листаем дальше. Вот большевистский документ о необходимости позорного сепаратного мира с Германией. Вот плакат белых «За единую Россию». Ну, это чтобы ученики не сомневались, кто в доме хозяин. Потому что нам революции вообще не нужны. Мы, как известно, свой лимит уже исчерпали в прошлом столетии. Вот рядом с параграфом «Важнейшие события 1918-19 годов» на фотографии Колчак, палач Сибири и убийца русского народа, награждает солдат своей армии. В эти дни ровно 100 лет, как в Иркутске, большевики без суда поспешно и трусливо расстреляли Александра Васильевича Колчака, верховного правителя России, который мог бы оказаться для нашей страны историческим шансом. Вот опять большевики и концентрационные лагеря. О, чуть не пропустил. Параграф 8. Идеология и культура периода гражданской войны. Пункт 5. Общественные настроения. Узаконенный большевиками 8-часовой рабочий день. Вот она, свобода слова и демократия. Другой вопрос. Разве сейчас, с учетом прогресса и современных станков, работники производят столько же продукта, сколько и 100 лет назад за свой рабочий день? Нет, больше. Предположим, условно, что раньше рабочий производил в день 100 гаек. Сейчас, благодаря новым технологиям, он производит 500 гаек за то же время. Или, например, раньше продукт перевозили в грузовиках-полуторках, а сегодня ездят 40-тонные фуры, которые гораздо быстрее и реже ломаются. Теоретически, рабочий день должен сократиться. Сталин так и планировал, согласно программе большевиков. Но рабочий день не только не сократился. С момента контрреволюционного переворота класс эффективных собственников помаленьку изменяет законодательство, доставшееся ему с советских времен. И, конечно, не в пользу трудящихся. Делает вредные условия производства невредными, монетизирует льготы, которые позже съедаются инфляцией, а порой и откровенно наглеет. Да, то есть это акт от октября 17 года. Акт касается 8-часового рабочего дня. Почему я на это обращаю внимание? Нам нужно отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. Напоминаю, большевики установили 8-часовой рабочий день. А современная буржуазия предлагает его заменить на 12-часовой.
Назад в дореволюционное время или работать по 12 часов в день? Российский союз промышленников и предпринимателей предложил поправки в Трудовой кодекс. Главное из них и самое неожиданное – узаконить 60-часовую рабочую неделю вместо 40-часовой. Я встречаюсь с людьми, говорю, кто хочет больше зарабатывать и больше работать? 99%. Так давайте мы это сделаем в нашем Трудовом кодексе. Это по желанию работника. Если вы работаете, работаете, но вы нарушаете законодательство. Трудовой кодекс этому не мешает. Мешает. Трудовой кодекс этому мешает. А не так давно эффективные нано-реформаторы предлагали уплотнить рабочую неделю до 4 дней. При этом никто не обмолвился о сокращении 40-часовой рабочей недели. То есть нам предлагали работать по 10 часов в день, а с учетом обедов и перекуров 11 или 12, прямо как до революции. Но не сказка ли, а потом аж 3 выходных. Хочешь больше денег? Поработай в выходной. Ах, инфляция? Поработай 2 выходных. До революции ведь работали. К тому же при графике 4 через 3 капиталисту удобнее нанять штрейкбрехеров. И уж тогда рабочим точно не до забастовок. При Марксе требовали 12-часовой рабочий день, при Ленине – 8-часовой. Сегодня пора требовать снижения рабочего дня до 6 часов с сохранением уровня заработной платы. Ну а если техника позволяет производить больше, разве вместе с рабочим днем не должен сократиться и пенсионный возраст? Должен. Но, как мы видим, его повышают, залезая в карман к миллионам будущих пенсионеров. Откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере. Самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать. Не за горами тот день, когда класс капиталистов посчитает, что кормить стариков убыточно, и совсем отменит пенсии, как сегодня отменяет бесплатную медицину и образование. Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии еще на год. С 2014-го 6% зарплат россиян, которые должны были идти в накопительную часть, идут на выплаты сегодняшним пенсионерам. Мера вводилась как временная. И самый яркий показатель – демография. Как росло население в тоталитарном СССР и как в свободной демократической России. Демократичные наши, демократичные. В советском государстве, несмотря на две революции, гражданскую войну, интервенцию и их последствия, разруху и голод, несмотря на коллективизацию и индустриализацию, Великую Отечественную войну, несмотря на все лишения и трудности, тем не менее население росло. А сегодня, в мирное время, смертность превышает рождаемость, то есть идет неестественная убыль населения. И даже взятка под названием «материнский капитал» не помогает. В той же счетной палате обновили статистику убыли населения. В этом году ее темпы выросли на треть. С января по июль страна лишилась 316 тысяч человек. За счет миграции удалось компенсировать лишь 20%. Таким образом, естественная убыль населения растет уже 5-й год подряд, констатируют в счетной палате. Расскажите Дальзаводу про эффективных собственников. Расскажите Королеву про Илона Маска. О, лух. Расскажите нашему авиастроению и станкостроению, расскажите десяткам тысяч разрушенных предприятий про самого эффективного собственника с предпринимательскими способностями. Что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. А первый вопрос один. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Про бесплатную медицину, образование, жилье все и так знают. Это наша квартира. Ишь ты, ваш. А ты кто такой? Школьник просто. У них детей много. Им дают квартиру, вот дети получат. Хозяева, значит? Ну да. Это непременное условие коммунистического уклада. Крыш.
слишком грубо коммунист. Коммунист. Выдержите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Так какая экономика эффективнее и прогрессивнее? Рыночная или плановая? От грузной ноши тяжко нам, и кровь струится по плечам. Они хотят, чтобы мы, как скот, подвластны были их бичам. Мы все рабочие, живем своей работой и трудом. Мы тоже люди, почему ж нам быть у баев под ярмом? Богато баи все живут, богатство баям дал наш труд. Но в благодарность нам за то они нас мучают и бьют. Мы все рабочие, живем своей работой и трудом. Мы тоже люди, почему ж нам быть у баев под ярмом? Но мы хотим идти вперед, сотрем с лица кровавый пот, поднимем головы свои из праха, из-под ног господ. Мы все рабочие, живем своей работой и трудом. Мы тоже люди, почему ж нам быть у баев под ярмом? Настало время, батраки, с плеч сбросим бремя, бедняки. Победа впереди встает, дороги наши далеки, оружие нужно для борьбы, на бой вооружимся мы. Прогоним баев кровопийц, защитников насилия тьмы. Мы все рабочие живем своей работой и трудом. Мы тоже люди, почему ж нам быть у баев под ярмом? Еще раз это скажу, эволюционного развития, именно эволюционного. Нам достаточно уже было революции. Мы, Россия, свой план по революциям выполнила.